Всем привет, пользуюсь моментом, пока вот мороз, какой у нас есть сегодня, морозы спадают. 7:30 утром. Хочу испробовать два подогревателя вместе в работе. То есть жидкостный подогреватель и заодно давайте посмотрим за пару дней езды, не отпала ли пластина греющая, так называемый масляный подогреватель. Ну что, держится. Держится все норм. Ну, по сугробам я не ездил, чтобы его где-то зацеплять, поэтому сейчас включаю два одновременно через ваттметр. Посмотрим питание. Ну и так, готово. Фотоаппарат упустил, как положено. Так, включаем питание. Пошел в работу. С таким звуком жидкостный подогреватель гоняет тосол по малому кругу и заодно греет. Так, и тут у нас показания по мощности. Потребляемой 2 184. Два подогревателя вместе работают. 2 200, грубо говоря, округляем. И время идет вверху. Пластина, как я уже вам показывал, будет отключаться, встроен термостат через время. И также будет отключаться тен данного подогревателя, когда он нагонит нужную температуру, там, не помню, около 60 тоже градусов где-то. Вот пластина уже выключилась. Через минуту 50 вот. И сейчас потребление только жидкостного подогревателя. 1,8 киловатта. 1850 ватт. Вот включилась в работу пластина масляного подогревателя. И выросла мощность. Да, забыл замерить температуру. Ну вот, уже минус 1. Головка. Блок ниже минус 4. Уже немного. Теплообменник вообще вот уже плюс 8, плюс 9. Тосол уже начал прогреваться. Вот шланг 0. Крышка клапанов минус 4. Так, ребята, прошло около 20 минут. Вырубаю питание. Замеряем температуру. Вот, головка 25 градусов. Низ минус 2. Это я, наверное, что-то там... А, крепление вообще меряю. Так, теплообменник 24. Шланг на печку 25. На печку 2 градуса. Сам Лунфей отсвечивает. Ну, 15-12. Так, головка с этой стороны. Крышка клапанов 10. Так, давайте низ пощупаем. Так, поддон 1,2, 0, масло, ну, нижняя часть вот, около 2 градусов, вот 5 есть. Так что, пластина теплая тоже, ну и держится пока. Так, ну и пуск двигателя. Свечи, смотрите, как быстро. Раз, и готово. Все. Двигатель даже не выходит на прогревочные обороты. Температура около 40. Печка уже дует теплым воздухом. Все, 20 минут
15-20 минут при минус 8 градусах мороза. Ну, какой мороз у меня есть, при таком я и делаю видео. Был бы у меня мороз минус 30 градусов, минус 35, минус 40, поверьте, включал бы я и показывал бы вам. И в такой мороз понятно, что данные подогреватели, конечно, более эффективны, чем при моем морозе. Но я снимаю то, что как могу, и показываю вам, как это все дело работает. На сегодня все. Ссылки на установку, на обзор подогревателей оставляю я под видео. Переходите, смотрите, что оно собой представляет, как я ставил. Все там подробно я показываю. На сегодня все. Всем удачи. До следующих видео.